Вперед, вас снимаю. Работаем, работаем. Боремся, что ты смотришь? А, я ж тебе сказал, возьми кимоно там. Ну так что, еще раз порвал? Нет. Даня, ты борешься или что? Сейчас сколько держать можно за пояс? 3-5 секунд и надо делать бросок, Нуркан. Денис, иди сюда. Ко мне. Бегом. Сборное влияние сверху. Поворачивайся. Вперед работать! Ты можешь не бросать, но не падай. Ты на 2 километра стоишь, ты берешь и падаешь просто. Вадим, работай. Говори слово. Так, стоп. Мате, Денис сюда, ко мне. Поляков, выйди, пожалуйста, замени его. 30 отжиманий, 30 приседаний. 7. Все, вы боретесь. 9. 9, туда, есть, 30 раз. Не вижу бросков. Не слышу бросков. Сколько? Что? Это не отжимание. Ты можешь делать тогда, когда противник на 3 года младше тебя. Рывки 5-30 раз. Да. Суркан, стойку. Мате, поклонились. Так, у вас 5 минут. 5 минут. Без брусков. Кунгурян, вы садитесь туда. Выходит Георгий и выходит. Да, Петя. Суркан, Хэнку сели. Да, Канат. Готовы? Встали в стойку. Эй, Чиполлино, встали в стойку. Заправились. Мальчики, Георгий.
Давай кимоно одел, блин. Отлично. Так, Вадим, ко мне. Ко мне. Вадим, почему кашляешь? Болит. Куда домой? Домой? Конечно, ну как ты больной? Ты завтра еще больше заболеешь. Иди взвесься, а, тебе, я знаю, 34 килограмма. Иди взвесься и пойдешь сейчас домой, и дома будешь, чтобы отошел, чтобы к соревнованиям был готов. Где Кырков? Пошел к дяде Толе. Кто? Пошел к дяде Толе. Привет. Все, Мате, ушли, все сели. Ушли, все сели. Поклонились, ушли, все сели. Принеси мне, пожалуйста, сумку мою, которую на диване. Я возьму оттуда мобильный. Ушли туда, все сели. Сейчас я скажу, что вы будете делать. А, вот, спасибо. Какое впечатление, что суббота-воскресенье ничего не делали, потому что очень тяжело дышите. Да. Еще раз, в субботу и воскресенье приходить надо. На диване или... нету сумки. Что? На диване нету сумки. На диване? Прямо на сверху. Черная сумка моя. Или где-то там стоит. Может быть, на стуле стоит. Послушайте меня внимательно. Слушайте. Ты тихо. Убери туда дальше. Нашел? А, вот она. Да, нашел. Сергей Анатольевич. Да. Свидетельство о рождении, все эти данные. Ксерокс. Вот. 3700. 33700. Одевай маечку. Сейчас я тебя отпущу домой. Видишь, ты даже работать не можешь. Балуешься. Значит, еще раз. Здесь не проходит. Ксерокопия не проходит. И ксерокопии, знаете что, вернее, свидетельство о рождении настоящему. Пастухов берет загранпаспорт. Свидетельство о рождении, у вас должен быть еще ученический фотографии. На фотографии должна быть печать. Потому что положение, сюда, положение сказано, что прием будет вести завкафедрой физического воспитания Института физкультуры, двукратная чемпионка мира Анжела Полевая по самбо. И ей по барабану, с чем ты придешь, есть ли тебя, нет тебя, она тебя просто отправит домой. Не веришь? Вот спроси, ребят. Пришел, ой, у меня свидетельство о рождении, хотя у него должно быть, уже должен быть паспорт. Что она тебе сказала? Свободен. Потому что мы можем и обманывать. Есть правила, написаны, значит, все. Надо. Да, слушай. Значит, что можно? Смотрите. Можно свидетельство о рождении и карнет ДЛФ. Но это копия. Не копия, а настоящая. Можно, у кого есть бюллетен, друг. Можно бюллетен. У кого есть загранпаспорт, загранпаспорт. Но только не российский загранпаспорт, а молдавский. Не, хотя этот турнир Олега Крецу здесь можно, но тогда вы должны записываться как россияне.
И им будет, они тогда скажут, что у нас из России был. Да, у нас так и делалось международные турниры. Молдаван приезжал.